Итак, всем привет, с вами Топгай, мы продолжаем играть за нашу Россию в Виктория 3, в бета-патче. И мы наконец-таки начинаем расти по экономике, по уровню жизни, чуть-чуть по образованию. Но все еще у нас есть проблема с крепостным правом, так что будем пытаться от нее избавиться, дальше наращивать нашу экономику и расширять нашу сферу влияния. Но вы, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же продолжаем. Особенно вот переворот какой-то пытается что-то делать. Можем мы сделать какие-то протесты. Дать популярность. Так, демократия. Ой, они сразу провалились. С первого ивента сразу. И да, это именно вот эти ребята пытались. У них теперь минус сила, а у других плюс approval, то есть плюс отношения. Это неплохо, действительно. Плюс шансы на фермеров у нас на самом деле. Еще и индустриалисты получили дополнительно силы. Может, даже можно будет попробовать где-то генералов пролять из-за индустриалиста, хотя, как видите, ну да, их нету. Еще один ивентик предвыборный, моментом дать партии. Блин, я бы не хотел им давать никакой моментом, честно говоря. Подождите, октябристы. Не очень они октябристы, похоже. Ну, смысла особо бафать нету. ЖД, их и так у нас не так много. И... не сильно на что-то повлияет их выпуск, так что оставим как есть. В Аляске не хватает инфраструктуры, но это фейковая информация, как говорится. Просто нету людей работать на инфраструктуре. Мы получаем сетбэк, но минус время принятия. Мы, кстати говоря, уже на центральном этапе, может, реально прокнет. Шансы есть. Ну, пора бы уже прокнуть, я бы сказал. И неужели, наконец-таки, хорошие ивенты. Мы можем... Господи, кто вообще это нажмет? Можем нажать плюс шанс и плюс баф интеллигентов. Хорошо. Хотя, конечно, нам нужны не, скорее не интеллигенты, а аграрная партия. Кстати говоря, насчет аграрной партии. Кстати, ребята хотят присоединиться к аграрной партии, но нет, пожалуй, у нас легитимность тогда в ноль улетит. И, ну, это нельзя будет восстановить. Так что оставим как есть. Даже поубирал чуть-чуть. Черт, я не успел, да? А нет, все вроде как нормально. Все еще они не присоединились. Я поубирал налоги, то вот эти consumption taxes на товары, чтобы у нас побыстрее колесо крутилось, быстрее, может, прокнет оно тогда. И вот здесь вот тоже вывел налоги на самые низкие, чтобы еще быстрее крутилось. И сразу же у нас прокнет плохой ивент. Но есть еще плюс 10%. Господи, ну надо, как говорится. И да... прогресс есть, до следующего прокнуло. Я по максимуму поубирал все, что могу. Авторитет максимум, налоги низкие очень. Из-за этого очень легитимное государство. Очень быстро роляется, очень быстро. Нужно, чтобы прокнуло. И... подождите-ка. Да, минус дебафа, либо такой. Ну, конечно, будем брать на больше шанс. То есть на меньшее уменьшение шанса. В нашем случае. И да... наконец прокнуло. Так, теперь возвращаем налоги в нормальное место. Здесь возвращаем тоже плюс бабки, потому что деньги-то нужны. И да, имеем успешный баланс. Ребята наши наконец-таки освободились от этого ужасного закона. Сразу здесь должна упасть власть. В принципе, уже упала 31%. У тебя там было сколько? 50%? Где-то. Можем пытаться двигаться дальше. И можно сделать школы, можно сделать религиозные. Я думаю, школу обязательно делаем следующим законом. Единственное, попробовать стоит как-то госрелигию немножко подвинуть. Это будет очень тяжело, особенно потому, что этого хотят только интеллигенты. То есть туда, везде здесь только интеллигенты, все эти уровни законов. И более того, да, любое изменение радикализирует нашу церковь, потому что церкви не понравилось, что наши крестьяне стали свободны. Да. Из-за этого я думаю, ладно, наверное, мы сделаем, я полагаю, школы религиозными. Это нас устроит. Нам главное, чтобы просто хоть какие-то были. У них уровень образования одинаковый. Единственное, что религиозные дают власть церкви, что нам не нравится. И конвертацию по религии. А здесь ассимиляция. Ассимиляция, наверное, чуть-чуть поинтереснее, хотя в целом одинаково, если у вас никого не дискриминируют. Так что да, религиозные школы топчик. В нашем случае. Ну и потихоньку сейчас будет расти уровень жизни. Смотрите, уже пошел расти. Прекрасно. Можно даже сделать вот так. В принципе. Пускай развиваются, ребята.
Хотя ладно, это на самом деле мало влияет. У меня просто сейчас лоялистов, я думаю, надает очень-очень много даток есть. Потому что уровень жизни сейчас будет просто невероятно расти. И у нас на самом деле деньги дальше расширять наше строительство, поэтому обязательно это делаем. И сразу буквально первым же кругом у нас рассмотрение уже закон, прелесть. И Америка объявила на войну. Не рановато ли? По идее, должно было быть попозже. Давайте тут, кстати, да, улучшать отношения с кем мы можем. Нормально. И даже еще, я думаю, пятнашку построим. Доходы у нас сейчас будут расти. Самое главное, крестьяне будут сейчас получать доступ к образованию. Будут квалификацию свою поднимать, работать на нормальных работах. Деньги должны потечь нормально. Там и налогообложение тоже поменяем, тоже станет нормально. И смотрите, здесь сразу продуктивность какая. И просперите 200 аж процентов. Таким образом у нас вот это вот работает. Кстати, давайте попробуем, наверное... О, у нас есть, смотрите-ка, birth rate, то есть прирост населения непосредственно нам это даст, это рождаемость. Это на самом деле очень хороший баф. Бюрократия тоже очень хороший баф, но рождаемость, наверное, лучше. Другой вопрос, что мы вряд ли сможем ее добиться. Что у нас по продуктам? Продукты у нас начинают... Нет, продукт у нас все еще в цене, и мы строим дальше. Наверное, это нормальная тема. Другой вопрос, что у нас еще пока не так они все застроились и работниками не заполнились. Так что ладно, пускай будет все так же здесь оно. И да, мы приняли образование, как-то даже немножко пропустил этот момент, но заметил, что у нас бюрократия пропала. И понял, почему. Прекрасно, прекрасно, это у нас есть. Вот этот закон тоже очень хорошо, что мы смогли принять. И теперь стоит заняться сразу здоровьем. Давайте сразу ставим, потому что тоже нам нужен прирост населения обязательно. И это поддерживают, кстати говоря, кто у нас? Это у нас поддерживают церковь. Церковь поддерживает больницы. Прекрасно, на самом деле. Тогда, кстати говоря, апгрейдим наши продуктовые вот эти вот заводики, чтобы было больше ликера, больше продуктов. Прекрасно. И надо думать, как нам бюрократию нашу поднимать. Конечно, хотелось бы просто следующий тех получить. Это нам еще неплохо поднимет. Хотя нет, нам нужно два тех, ладно. Тогда придется просто что сделать? Застроить больше этих вот домиков. Хотя у нас по налогам, кстати, уже все неплохо, что меня радует. Давайте вот так, наверное, построим. А потом будем просто централизованно строить что-то для левела. То есть просто нам нужно очень много производства бюрократии. И раскачивать наши институты теперь. У нас сейчас такие, так сказать, цели на повестке дня. О, в Америке гражданская война началась. Достаточно по времени нормально, я бы сказал. Другой вопрос, а кто здесь среди них конфедерат? Здесь у них слейвери забанено. Здесь у них слейвери есть, окей. Только такое, типа, оставшееся. Ну и что я вам скажу? Эти ребята победят, Америка будет с рабством. Кто бы сомневался. По внешнему... так сказать, направлению, мы ничего еще пока не делаем, не захватываем, потому что у нас очень много бесчестия. Нужно от него избавляться. Нам еще в этом плане не очень повезло, потому что наш правитель, черт бы его побрал, имеет проблемы с бесчестием. У него... где оно тут? Вот, минус 25% снижения бесчестия. Это очень, на самом деле, бесит. Мы с ним особо ничего делать не можем. Да. Только в 75 мы сможем его заставить от трона отречься. Ну, это еще 11 лет минимум. И смотрите, какой Empire of Romania. И они сразу еще и... допустим. Я не очень понимаю, что там они хотят и делать, ну или что они делают, ладно. Допустим. Говорят, у нас с проституцией надо немножко позаниматься. И мы говорим, точнее, побороться с проституцией. И мы говорим, что это какие-то очень страшные негуманные законы. И не прокает, реально, у нас были очень хорошие шансы. Но как-то это... так, что-то я понял, разработчики что-то придумали. Такое, что сломало игру. А Валахи у нас не было нашей марионеткой? Была.
Что-то в игре там сломалось, я чувствую. Однозначно. Здесь, кстати, пока еще никого анонсировать мы не можем. Так, что-то опять сломалось, кто бы сомневался. Так, короче, видите, что-то происходит странное. Она на момент меняет флаг. И Валахия тоже. Что-то здесь очень странное происходит, честное слово. О, 40%, смотрите-ка. 40% берем. Там немножко смертность повысится, но ничего, справятся, справятся. Господи. Помилуй того, кто вот это вот говно написал. Ладно, я не могу, я просто ее аннексирую через консоль, потому что, ну, невозможно играть, у меня каждые 2 минуты теперь выскакивает вот этот вот ивент. Я сделал это, на всякий случай аннексировал еще Валахи, а то, ну, блин, хрен его знает, сейчас мне Валахи тоже начнут срать ивентами. Мне потом перезапускать дебаг мод, это очень мерзко и долго. Так что сделаем вот так пока. Ну и закон перешел в следующую стадию, прекрасно. И да, мы достроили часть домиков, должно стать было получше. Чуть-чуть стало получше, но все еще недостаточно. Да, в основном у нас вот сюда ушла вся бюрократия. Давайте ставим на месте, но просто делаем еще бюрократию. У нас теперь появилось очень много авторитета из церкви, которая дает авторитет. И, кстати говоря, дает рождаемость, что еще бустит наш прирост населения. Очень приятно, 0,5. Помните, у нас здесь был какое-то время вообще минус. И на последней стадии наш закон скоро, скорее всего, примут. И нам тут говорят, что парень... Господи, просто не лого иконка. Что-то плохое сделаю, его можно минус популярность ему дать, либо заставить его вообще свалить. И он традиционалист. Давайте сначала примем закон, а там потом уже это. Он и так скоро умрет. Вдруг что-то изменится, если он внезапно закон хоть захочет поменять. Пускай пока так будет, как есть. Мы еще больше грейдим наше производство пищи. Должно быть плохо. Блин, да, вот вам и минус ивент. Церковь пока что не стоит ухудшать. Ой, мы наконец-то, кстати говоря, будем свой хардвуд потреблять. Мы немножко улучшаем производство кораблей. Не супер сильно, но есть. Я в Стравингере взяла и засунула целого османа в свой рынок. Звучит забавно, но так они и сделали. У нас появляется медицина, и у нас появляется, ну, по крайней мере, будет сейчас идти второй уровень образования. Есть во что теперь инвестировать в бюрократию, строим ее в больших количествах. ВВП, кстати, параллельно тоже растет, хоть и не супер быстрыми шагами. Еще понял другой забавный факт. Видите, вот тут весь хардвуд, так это весь не наш хардвуд. Видите, это все делают нам наши марионетки. Поэтому я вообще перестал производить хардвуд. Но я думаю, стоит заняться налогообложением, чтобы получить еще больше денег. Звучит выгодно, как говорится. У нас по партиям. Надо думать теперь, как задушить нам вот эту партию. Нам нужно одновременно и церковь, и, конечно же, дворян. Потихоньку, действительно, они слабеют. Но пока еще все очень далеко от реальной победы, и нужно поднимать интеллигентов, я думаю. Именно они нам должны будут двигать остальные законы. И выборы кандидата-октябристы. Это правда. И да, тут не особо что-то мы можем поменять. На самом деле, примерно так же мы и оставляем все. Можно уменьшить автономию Персии, уменьшаем бесплатно, без войны, как говорится. Эти тоже, ребята, можем уменьшить, уменьшаем обязательно. Ой, образование уровня 2, прелесть. Давайте теперь медицину тоже выключаем. Смерть и налоги, минус тайм, либо плюс success. Я думаю, конечно же, плюс success надо брать. У нас, если что, еще и частная тоже постройка ведется достаточно, ну, уверенно, я бы сказал. Так что да, строимся мы нормально. Хотя, конечно, хочется, ну, раза в 2 больше. Ничего, еще придем. Говорится, вообще Defensive Pact. Ну, нет, у меня нету дипломатики. Дипломатия никакой на это все. Хотя, может, вы нашим протекторатом? Нет, бесплатно. Бесплатно не хотят. Хотя, слушайте, очень к этому близки, на самом деле. Очень к этому близки. Если мы с ними что-нибудь еще сделаем, альянс, давайте попробуем, влияет ли это как-то. А, теперь... Теперь это такой мем, так как они в альянсе, они... Ну, это, считай, все-таки агрессивная тема. Из этого они не хотят. Ладно. И теперь мы не можем его разорвать до... Ну, еще годик где-то. Окей. Смотрите, здесь говоря, у нас на искусство прям растет спрос. Забавно. Это самый дороговой товар у нас сейчас, то есть... Еда у нас очень дешевая, что мне нравится, но население должно быть нормально. И у нас так дешевый ликер, и да, продукты тоже дешевые.
хорошо, я бы сказал, достаточно хорошая для населения экономика, но очень много все еще людей у нас без работы, видите, просто крестьяне, нужно это исправлять. Вот и, кстати говоря, опустился у нас уровень медицины. Очень приятно, очень, они еще и повышают просто так уровень жизни и, конечно же, смертность уменьшают, очень хорошо. И вот, кстати говоря, у нас и бюрократия появляется за одно плюс отношение. Конечно, мы качаем вот это вот, перекачаем сюда, однозначно. И вот, налогообложение есть, без бабки, теперь мы около нуля. Сегодня будем возвращаться, и надо вот это вкачать, я думаю, плюс уровень образования 100% нам нужен. Да, и скоро у нас будет кап, поэтому надо будет подстроить немножко, я думаю, универов. И так далее, мы четвертый институт по медицине, 13,2 средний уровень жизни, минус огромное количество смертности. Теперь почти 2% у нас уже прирост населения, помните, было минус. Вот он, итог капиталистов власти. Точно их. И теперь, я думаю, будет единственным справедливым вариантом по нашей экономической системе перейти на свободную экономику. Laissez-faire, LSS. Короче, вы поняли. И у нас еще плюс один уровень института может быть образования. Сразу же бежим мы строить домики по той простой причине, что образование, это, наверное, самый важный институт из всех доступных, потому что это, черт возьми, ваши исследования. И мне не нужно строить новые домики, потому что у нас появляется новый уровень как раз таки здесь техов. И у нас уже 115 без капа. И также, я так понимаю, да, плюс 4-5 тысячи по исследованиям. Также давайте, наверное, позанимаемся колониями. Есть смысл туда немножко выйти. Мы уже можем начать здесь чуть-чуть колонизировать. Давайте закинем. Пускай на какое-нибудь будущее, я думаю, может и пригодится. Нам каким-то образом надо будет искать резину позже. Так что микробазы нам нужны. И разовьем теху, будем колонизировать еще лучше. И смотрите, господи, сколько у нас лоялистов. Какая прелесть. Все любят нашего правителя, конечно же. И смотрите, моментум кадетам. И еще интерес по потракшн. Да-да-да, возьмем втрое, потому что именно нужно, чтобы население сюда шло. Как-то маловато у них. Влияние маловато, население любит их. Отмечаем, я думаю, вообще все наши институты. Нам все действительно нужно будет теперь повышать. Опять-таки, даже это на самом деле полезно, потому что это уменьшает количество радикалов. Понятно, что у нас в целом их, они не появляются, но тем не менее, где-то появляются, и все равно соотношение будет еще лучше. О, и царь говорит, давайте делайте закон мне. Хочу рыночек. Ну, царь сказал, хочет рыночек, будет рыночек. Это можно сказать. Здесь, говоря, заканчивается золото, и мы начинаем сами его добывать. Все еще, я думаю, это будет выгодно. Да, видите, еще больше можем в Аляске построить со своего золота. Обязательно строим. И выборы, ну-ка. Кадеты, да, получают чуть больше голосов, но все еще вся власть у октябристов. Причем переходит она в руки церкви. Дворяне перекочевали в священников. А, мы узнали, что такое национализм. Забавно. Это как в какой-нибудь Виге Второй вы делаете изобретение фашизма. Здесь примерно такая же тема. Решил закон уже дальше. Приятно. Ну и пока что мы на 171 уровне по образованию. Постараемся мы, конечно же, попасть в десяточку. Выше не уверен, что мы сможем дойти прямо до топ-1, но будем пытаться. И начинает возникать бюрократия, обязательно просто достраиваем, чтобы все наши, собственно говоря, институты докачались до максимума. И, наконец, приходим к последней стадии. Реально скоро примем прекрасный этот закон. У нас начнется больше строиться все само. Это будет относительно приятно. Получим еще одну компанию. Минус, видите, процентики с наших займов, которые мы, ну, в которых мы обязательно сидим всегда, потому что это достаточно выгодно. Ну и капиталисты будут давать больше денег в наши постройки, что тоже нам выгодно, как и вот эти ребята, которые тоже много где есть. И да, вот оно, можем теперь еще одну компанию себе поставить. И у нас теперь выбор, кстати говоря, побольше. Есть русское золото, что забавно. Секси-бафы не такие плохие. Это все прикольно. Но, наверное, я буду брать либо бюрократию, либо прирост населения. То есть, видите, продуктивности нету, поэтому бафа все равно не будет. И нигде не будет, на самом деле. Кроме золота, на самом деле. Единственное, золото, очевидно, дает. И вот еще кто дает инструменты, оружие и 5% армия фенса. Это нам надо. Ну и, кстати, теперь, чтобы замерзать какую-то армию в какую-то другую армию, то есть я не нашел другого действительно способа удаления,
Мы просто берем туда, нанимаем типа, одного чела вот таким вот образом, и потом уже мержим их. Defensive Pact с Австро-Венгрией. Пожалуй, нет, ребята, вам доверия вообще никакого нет, я думаю. А вот торговое соглашение с Францией какой-нибудь я бы заключил. Также начинаем немножко колонизировать здесь дальше. Почему бы и нет, нам здесь ресурсы обязательно будут нужны. И в гражданской войне с Саксе-Мингема, страны с 9000 ВВП, на сторону зашла Цинь, Пруссия против повстанцев. Да что не так с этой игрой в такие моменты, думаешь? Ну, не знаю. И да, революционеры такие, блядь, против... Не, ну против Циня воевать, наверное, не стоит. Нужно теперь подумать про человеческие права. Странно, что образование детей в человеческих правах находится. Но, допустим, тем не менее, нам они действительно нужны. И тут очень много еще исследовать, так что вряд ли мы это сможем в ближайшее время сделать. Но может только минимальное. Потому что мы, как видите, готовимся сделать супер большой такой прыжок по промышленности. У нас сейчас доисследуются вторые техи. То распространяются. Ну, наверное, я вот сюда еще сам доинвестирую, сюда тоже. А там добью уже вторые техи, потому что мне больше не во что так. И этот прыжок нам нужен, чтобы сразу быстро перескочить с нашего такого уровня, я бы сказал, 1.7, наверное, технологического. У нас не все исследованы даже второго левела. И резко так перейти на где-то 3.5. То есть половинку так третьих техов взять, самых важных. То есть на всякую это производство, на все производство в шахтах, на фермах, все подряд. Это очень-очень будет нам полезно. И военное объединение с либералами в трудовик групп, и хотят они реформ, скажем так. Посмотрим, что мы будем с этим делать. Пока что, наверное, мы завершаем текущую серию. Довольные. У нас спадает бесчестие. Скоро пойдем выполнять вот эту вот запись по Китаю. У нас стройка идет только так. Мы, конечно, в небольшом минусе, но постоянно. Как видите, мы как бы находимся в минусе, но при этом этот вот долг по отношению к нашему ВВП как будто только падает, потому что ВВП развивается у нас просто очень большими шагами. Население растет невероятно. В общем, Россия начинает потихоньку процветать. Ну а с вами был Дубкей. Обязательно, ребят, подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твичи, дискорд, бусти. Все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.